эту хрень. Черт! Поехали. Thank you.
Ну вот и все. Главное, Элли. Так, приступим. Так, отлично. Thank you.
Поднимай его! Готово! Супер. Тебя не покусали? Нет, пока. А тебя? Пока нет. Ладно, разделяемся и идем дальше. Вдруг какого урода не заметили? Это что за хрень? Ничего. Как? Нет, никого! Что за черт? Huh.
Как я ему мозги вышибла, а? Да, это точно. Тошнит. Я ведь просил тебя, не лезь. Сам же рад, что полезла. Хорошо, хоть башку мне не прострелила, соплячка чертова. Знаешь что, Джоэл? Сказал бы Элли, я знаю, что тебе нелегко, но ты справилась. Ты спасла мне жизнь. Неужели это так трудно, Джоэл? Надо идти дальше. Так идем. Мы должны выбраться отсюда. Найти мост. Главное понять, как. Ай, как же достало. Ух ты, зацени. Это задник. Люди фотографировались на его фоне. Да, я знаю, что это. Ясно. Но ты хочешь что-то сказать? Я и не думала делать, что мне в голову взбредет. Просто тебя долго не было, и я подумала... А вдруг с тобой что-то случилось? Не имеет значения, что ты подумала. Ты должна меня слушаться. Я и слушаюсь, просто... Ладно, неважно. Может, с этой штуки можно залезть? Взяли. Черт, тяжеленная штуковина. Как насчет помочь? Думаешь, можно мне это доверить? Элли. Ну, жми. Да. Я жму. Сильнее. Так лучше? Пошли. Huh?
еще не вернулись. Черти носят. Не знаю. Уже пошли. Сюда. Пригнись. Значит так. Я сейчас спрыгну и расчищу нам путь. А как же я? Сиди здесь. Но это же тупо. У нас больше шансов, если я помогу. Поможешь. Я понял, что стрелять тебе не впервой. С винтовкой справишься? Ну, из винтовки я уже стреляла. Только по крысам. Крысам? Пневматика. Короче, общий смысл тот же. Скидывай. Теперь упрись как следует в приклад. Отдача тут гораздо круче, чем у любой пневматики. Uh-huh. Оттяни затвор. Держи вот здесь. Тяни. Вот так. Как выстрелишь, тут же загоняй еще один патрон. Послушай меня. Если я опять влипну, бей так, чтоб наповал. Ясно? Я поняла. Ну ладно. И знаешь, насчет того раза. Спасибо, что спасла мне жизнь. На здоровье. Ну не засранец, а? Если уж ты тыришь, что прикинь сначала, успеешь ли слинять. Ну я бы... Одни трупы! Всех перебили нахрен! Чего вопишь-то? Отдышись! Кого убили? Весь отряд. 76 парней. Какой-то гребаный турист. Всех до единого. Черт. Боссу доложил? Да. Он сказал оставаться на местах, следить за воротами. Все слышали приказ. Прочешите район, никого не пропускать. Что-то он напутал. Ты про убитых? Как могли туристы перебить целый отряд? А если это правда, вдруг военные вернулись? Не говори ерунды. Военным на нас наплевать. Скорее всего, какому-то турью просто повезло. Они от нас не уйдут. Мы их найдем. Хорошо бы. Просто путем... Может, как-то по-хорошему договоримся?
А? Что за хрень? Опа! Что это? Боже мой! Объявился! Разделиться! Здесь!
Ты за это заплатишь! Тут все чисто. Спускайся. Ну, как я? Вот, возьми. Тебе по размеру. На самый крайний случай. Ага. Он на предохранителе. Умеешь снимать предохранителя? Умею. Ладно, только помни, это не игрушка. Ты должна... Джоэл, я понимаю. Ладно. Давай, действуй, Элли. Ага. Боже. Черт, цепь застряла. Держись. Держусь. Есть. Давай. Хорошо придумано. Помоги открыть. Держу. Готово. Черт, пригнись, пригнись. Что нам делать? Ничего. Нет! Непростые деньги, а? Хоть что-то. Черт, еды нет, ботинки старье. Ничего приличного. Но... Пошли. Что ж. Боже. Ничего мы не могли сделать. Я знаю. Просто
Боже. Надо идти к мосту. Ладно. По крайней мере, ту парочку наконец пришибли. Я был уверен, что они слиняют. Осталось найти двух поганцев из пикапа. Лучше бы в том пикапе были солдаты. Как они умудрились перебить целый отряд? Идем дальше. Господи! Вот черт! Да кто ты? Братан, ты только не нервничай. Слышишь, по крайней мере, они боятся нас. Главное не расслабляться. Да я не к тому. Хорошо, что ты со мной. Это типа комплимент. Понял. Точно отряд вышел на 5, ни черта нет. А Маркет-стрит? Да, они как раз там. Может, выкурят этих подонков. Только бы эти туристы выползли на свет. Когда-нибудь вылезут, то-то радости будет. Джоэл, на втором этаже еще один, смотри. Да, я вижу. Пригнись. Вижу! Так, пошел! Ладно! Ёлки! Зараза! Yeah.
Мэтью! Здесь никого нет! У меня тоже! Мать! Там! Черт! Черт, еле отбились. Мы выживем на зло вселенной. Нас не сломить. Не понял? Дик звездный свет. Ну, это из комикса. Так герой говорит после сражения. Нас не сломить? Ага. Ладно. Да. Теперь понятно, как этой зоны не стало. Сюда, сюда, Элли. Да. Давай! Вот так. Скоро придем. Давай свернем в переулок. Опять этот долбанный броневик. Главное, не высовывайся. Не знаю, 20. А 25 не хочешь? Фига себе. Мама, клянусь. У тебя 25 банок тушенки? 24, одну я уже съел. Откуда у тебя 24 тушенки? Из
старого военного холодильника. Мы на него с Рейбаном наткнулись в отеле. Добычу пополам. А не протухло? Когда откроешь? А что? Так я тоже хочу. Не сомневаюсь. Эй, я же спас тебя от щелкуна. Я подумаю. Надо было оставить тебя подыхать. Да ладно, будет тебе тушенка. Только прекрати фигней страдать. Надеюсь, она не тухлая. Это консервы. Чего им тухнуть? Отвлеки его.
Кажется, оторвались. Черт. Спокойно. Нас не видят. Твою мать! Ах ты ж! Джоэл! Стой! Стой! Джоэл, стой! Убери руки. Все, все. Успокойся. Не стреляй. Они нас не тронут. Убери пистолет. Как же больно ты бьешь. Ну, я же убить пытался. Я сперва подумал, что ты из этих. И тут она. А эти с детьми возиться не будут. Выживает сильнейший. У тебя кровь. А, фигня. Я Генри. Он Сэм. Ну, а ты, как я понял, Джоэл. Элли. И сколько с вами? Все умерли. Эй, может, еще и нет. Нас было много. Но пришла гениальная идея зайти в город за припасами. Нарвались на этих выродков. Пришлось валить. Тут уж не до припасов, сам понимаешь. Можем пойти вместе? Элли. Но вместе же безопасней. Она права. Так безопасней. У нас тут логово в надежном месте. Там и поговорим спокойно. Ладно, ведите. За мной. Извини, что так вышло. С пушкой. Ничего. Я бы, наверное, так же сделала. Ты откуда? Из самого Хартфорда. Правда? Говорят, там было хреново. Войска ушли, а за ними и мы. Сейчас там, наверное, тоже что и здесь. Осторожней. Рядом их наблюдательный пост. А вы с дочкой вдвоем? Мы не родственники, а скорее... Я обещал за ней присмотреть. Да, я понимаю. Вот так. Класс.
Стоп! Не шумите! Не подходите к окнам! Их нет. Долбанный грузовик. Все время ездит за нами в этом чертовом... Сэм, что ты делаешь? Ничего. Выброси это. Мой рюкзак почти пустой. И какие у нас правила? Совсем ничего не видно. Правила? Какие правила? Берем только то, что нужно. Точно. Ну, пошли. Далеко еще? Близко. Очень близко. Охотники. Черт. Элли, прикрывай. Что нашли? Ладно. Ничего. Сэм. Похоже, и впрямь кто-то был, но давно смылся. Ладно. А где остальные? Решили еще раз все осмотреть. Вдруг чего упустили. Ладно. Подежурь тут, я тоже пойду осмотрюсь. Там! Прикрой меня! Прикрываю! Ты за это заплатишь! Получилось. Неплохо, старик. Так, лезь на этот грузовик. А чёрт, снова они. Вон там! Нам сюда. Это не опасно? Они ведь рядом. Ключ только у меня. И откуда взял? Убил тут одного. И забрал. Все прошли. Это здесь. А сколько тебе лет? Мне 14. А тебе сколько? А, мне тоже. Тебе 14? А, почти. Ладно. Да. Мы пришли. Вот это мой кабинет. И давно вы тут отсиживаетесь? Пару дней. Кстати, у нас есть еда. Пошли. Черника. У нас ее тут полно. Не хочешь? Нет. Да расслабься ты. Тут чисто. Почему вы еще здесь? Момента дожидаемся. И? Вот. Смотри сам. Видишь этих тварей? Целый день они торчат внизу, сторожат этот мост. А вот ночью почти все идут баиньки. После заката есть шанс удрать. Как стемнеет, мы прокрадемся. Попробуем. Будь спокоен. Мы все выберемся. Сейчас еще одно.
Смотри, как я могу. Круто, да? Надо же. Постой. Ай! Что, синяк набило? Мой пацан уже 1000 лет не улыбался. А ей все как с гуси вода. Так куда вы идете? Говорят, цикады сидят к западу отсюда. Хотим добраться к ним. Да. Что смешного? Ничего, просто в последнее время многие делают ставку на цикад. Да, и может быть неспроста. Значит, ты не знаешь точно, где они, и все-таки тащишь его через всю страну. Знаешь что? С братом я сам разберусь, а ты занимайся девчонкой. Выдохни. Мы с ней тоже ищем цикад. Мы здесь. А это заброшенная радиовышка на окраине города. Если кто из наших выжил, они будут ждать там, завтра. Если вы хотите с нами, идем сегодня ночью. Тогда нам лучше отдохнуть. Он говорит, нам пора. Идти придется очень быстро. Твое дело вцепиться в меня, как клещ. Как клещ. Как клещ. Ясно. Вижу, понял. Ну что, вы готовы? Да. Пошли. Так, держитесь рядом, ясно? Ты уже пробовал? Да. Рад слышать. Расслабься, старик. Надеюсь, ты знаешь дорогу. Разберемся с ними по-тихому. Эй, я пойду за тобой. Ладно. Эй, ты как там? Пытаюсь согреться. Как у вас дела? Пристрелили нескольких зараженных, а туристы как провалились. Думаешь, они еще в городе? Да, они где-то здесь. Красота. Есть. Все, пошли. Эй, слышь, Щелкун! Слышу, только не вижу. Держи его! Вон он там! Есть! Уноси готовенького! Видала? Не дурно. Человек. Вижу. Внизу!
Уходи! Все, разобрались. Генри, помоги ко мне. Ладно. Готов? О, нет. Давай, скорее. Вперед! Стой, стой, стой! Эй, они здесь! Твою мать. Ну вот. Есть. Ну, пошли. Не расслабляйтесь, мы еще не выбрались. Так, ты первый. Все чисто. Сэм, давай. Давай, теперь ты. Готово. Вот так. А черт! Быстро, быстро. Держи! Нормально, теперь тащим его! Извини, мы уходим! Что? Что за бред? Ну, пошли! Ты что, охренел? Да, черт! Я с тобой! Кажется, нашли. Разделитесь, могут здесь пройти. Прикрой! Ладно. Тебе хана! Давай ползком. Туда, бегом! Вон они! Сколько у тебя патронов? Нас же убьют! Что ты предлагаешь? Прыгнуть! Слишком высоко, и ты утонешь. Я тебя подсажу, удерешь. Черт! Поможешь мне плыть? Элли! Спорить некогда! Элли! Джоэль!
Генри! Он очнулся! Привет. Мы живы. Вставай. Ну, что я вам говорил? Он жив! Все целы. Это Сэм вас заметил. Вы уже нахлебались воды и... Ты охренел, что ли? Генри, слушай! Спокойно, Сэм, ничего он мне не сделал. Ты в этом уверен? Стой! Джоэл! Он бросил нас подыхать. Нет, я был уверен, что вы выберетесь. Вернувшись к вам, я бы рисковал им. Не подходи. Разве ты бы на моем месте вернулся? Я спас вас. Нас обоих. Мы бы утонули. Да все нормально, не парься. Не поверишь, я рад, что мы нашли вас. Радиовышка за тем утесом. Слышь, там будет полно еды. Порадуйся, что не убил. Мы посмотрим по окрестностям, что тут есть. Вот это мощно. Ты как? Нормально. Пошли искать радиовышку. Ты ему веришь? Ну да. Не бери в голову. Все нормально, понял? Да. Слушай, мелкий, я знаю, о чем говорю. Ага.